7 ноября, хоть официально и не праздничный день, но красные флаги все же завтра раскрасят проспект Мира. По центральной улице города пройдет праздничное шествие, посвященное 102-й годовщине Великой Октябрьской революции. Автомобилистам придется это учитывать. Для прохождения колонны участок проспекта Мира от Вейнбаума до улицы Горького будет полностью перекрыт с часу до 3 часов дня. Общественный транспорт будет объезжать по Маркса и Ленина. А уже сегодня вечером на площади Революции, проспекте Мира и перпендикулярных улицах запретят парковку.